Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Как вы думаете, сколько турецких сериалов есть на YouTube, у которых первая серия превышает 10 миллионов просмотров? Я собрала список самых популярных турецких сериалов, и у меня вышло 17. Главным критерием является то, что первый эпизод сериала был просмотрен на YouTube более чем 10 миллионов раз. Желаю всем приятного просмотра! Поехали! 17 место в списке занимает сериал «Вишневый сезон». Первая серия вышла 4 июля 2014 года, 28 ноября 2015 – заключительный эпизод. Главные роли сыграли Özge Gürer и Serkan Çayoğlu. Сериал длился 2 сезона с количеством серий 59. Сериал посмотрели 10 468 тысяч зрителей. 16 место в списке занимает сериал «Чудо-врач», который успел полюбиться многим и стать популярным. Первая серия вышла 12 сентября 2019 года и до сих пор продолжает радовать зрителей продолжением. Главные роли сыграли Танер Ульмес, Ону Туна, Синем Унсал и другие. Первую серию также посмотрели 10 723 тысячи человек. И на 15 месте списка сериал «Никогда не откажусь». Главные роли сыграли Толган Сайшман и Амине Гюльше. Первая серия вышла 12 февраля 2015 года, всего 59 серий. Последняя серия вышла 6 октября 2016 года. Первую серию посмотрели 10 925 тысяч человек. И мы дошли до 14 места в списке сериал «Чукур», который до сих пор продолжает радовать зрителей новыми эпизодами. Первая серия вышла 23 октября 2017 года. Главные роли сыграли Aras Bulut İnemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan и другие. Первую серию посмотрели 11 миллионов 69 тысяч человек. 13 место в списке занимает сериал «Сердцебиение». Первая серия вышла 30 июня 2017 года. Всего в сериале 28 серий. Последний эпизод вышел 28 января 2018 года. Главные роли сыграли Гюкан Алкан и Ойку Карайель. Первые серии посмотрели 11 миллионов 317 тысяч человек. На 12 месте мы с вами видим сериал «Любовь на прокат». Первая серия вышла 19 июня 2015 года. Последняя серия 24 июня 2016. Всего 69 серий, 2 сезона. Первую серию посмотрели 11 525 тысяч зрителей, друзья. В главных ролях снимались Эльчин Сангу и Барыш Ардуч. 11 место занимает летний сериал «Запах клубники». Первая серия вышла 24 июня 2015 года. Всего в сериале 23 эпизода. Финальная серия вышла 27 ноября 2015 года. В главных ролях снимались Демет Özdemir и Юсуф Чим. Первая серия собрала 11 658 тысяч просмотров. И мы подошли к 10 месту, друзья, сериал «Воскресший Эртугрул». Исторический сериал, в котором 5 сезонов. Первая серия вышла 10 декабря 2014 года. Последняя серия сезона 29 мая 2019 года. Всего было снято 150 серий. Главные роли сыграли Энгин Алтан и Эсра Бильгич. Первую серию посмотрели 11 884 тысячи человек. На 9 месте, друзья, также очень популярный сериал «Прилив». Первая серия вышла 13 сентября 2013 года, всего 2 сезона, 77 эпизодов. Главные роли сыграли Чаатай Улусой и Серенай Сарыкая. Первую серию посмотрели 13 243 тысячи человек. Сериал номер 309 на 8 месте, друзья. Первая серия вышла 1 июня 2016 года, всего 65 эпизодов. Последняя серия вышла 25 октября 2017 года. Демет Özdemir и Furkan Palalı сыграли главные роли. Первую серию посмотрели 14 262 тысячи зрителей.
Седьмое место занимает сериал «Черная любовь». Также очень популярный сериал. Первый эпизод сериала вышел 14 октября 2015 года. Всего 74 серии. Последняя серия вышла 21 июня 2017 года. Главные роли сыграли Неслиана Тагюль и Бурак Өзчивит. Первую серию посмотрели 15 643 тысячи человек. И на шестом месте, друзья, популярный сериал «Внутри». Первая серия вышла 19 сентября 2016 года, последний эпизод 19 июня 2017. Главные роли сыграли Чатай Улусой и Арас Булут. Всего вышло 39 эпизодов сериала. Первую серию посмотрели 16 708 тысяч человек. Летний сериал «Любовь не понимает слов». На пятом месте, друзья. Первая серия вышла 15 июня 2016 года, всего 31 серия. Последний эпизод вышел 18 февраля 2017 года. Главные роли исполнили Ханде Эрчель и Бурак Дениз. Первую серию посмотрели 19 454 тысячи человек. На четвертом месте сериал «Ты расскажи, Кара Денис». Первая серия вышла 24 января 2018 года, всего 3 сезона. Последний эпизод вышел 13 ноября 2019 года. Главные роли исполнили Улаш Туна Астепе и Ирем Хельваджиулу. Первую серию посмотрели 22 231 тысяч человек. На третьем месте сериал «Обещание». Первая серия вышла 3 апреля 2017 года, всего 3 сезона. Последняя серия вышла 27 мая 2019. Главные роли исполнили Толга Сарыташ и Мирич Арал. Первую серию посмотрели 25 615 тысяч зрителей. Друзья, мы с вами подошли ко второму месту в списке. Вы, наверное, уже догадались. Это сериал «Ветреный», который всех удивил и побил рекорды просмотров не только на турецком телеканале, на котором транслировался, но и на канале YouTube. Первая серия вышла 15 марта 2019 года и продолжает радовать своих зрителей до сих пор. Главные роли исполняют Акына Каныузю и Ибру Шаин. Первую серию посмотрели 26 572 тысячи человек. И мы с вами подошли к вершине айсберга, друзья. Первое место – исторический сериал «Великолепный век», который покорил миллионы зрителей по всему миру. Первая серия вышла 5 января 2011 года, всего 4 сезона, 151 эпизод. Последняя серия вышла 11 июня 2014 года. Халид Эгенч и Мерием Узерли исполнили главные роли. Первую серию посмотрели, друзья, в это невозможно поверить, как будто речь идет о музыкальном видеоклипе, 44 661 тысяч просмотров. Это просто невероятно. Всем тем, кто не успел посмотреть «Великолепный век», рекомендую. Я бы сама лично отнесла данный сериал на первое место в списке. У меня на сегодня все, друзья. Спасибо за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе последних новостей турецких сериалов. Всем пока!